Сегодня мы презентовали проект «Новая экономика, новая страна» и показали, что 500 евро пенсия, 1000 евро заработная плата в Украине – это реально, что управляемое экономическое чудо можно реализовать в нашей стране. У нас есть для этого потенциал и есть для этого все возможности. Сегодня необходимо роль государства, эффективного и честного государства, которое бы поддерживало и стимулировало национального производителя, которое бы создало условия для развития малого и среднего бизнеса, государство, которое бы гарантировало социальные обязательства. Как это сделать? Разработать детальную дорожную карту. Мы сегодня взяли на себя обязательства в течение 3 месяцев и презентовать уже детальный пошаговый план реализации нашей программы. То, что сегодня и эксперты, и экономисты, и люди дела, и гражданские общественные лидеры поддержали наш проект, который перед этим я презентовала в 25 городах Украины, и он прошел обсуждение и был поддержан 30 тысячами людей в нашей стране, для нас очень важно, потому что, сформировав новую политическую и экономическую элиту в стране, реализовав программу, мы сможем добиться той цели, которую мы поставили. Это высокоэффективная, высокотехнологическая и высокооплачиваемая экономика в Украине.